Ну что ж, очередная серия, переход в новую локацию. Что было в предыдущей серии, ни в коем случае не скажу, но рад вас поприветствовать на канале Hard Games. Добро пожаловать, ребята. Напоминаю всем то, что стримлю я на платформе Васты. Ты можешь тоже залететь. Не забывай подписываться на канал. Для этого просто достаточно добавить канал в избранное, сердечко там такое. Ссылочки я оставил внизу в описании. Ну что ж, поехали, давайте в новую локу уж перейдем. Посмотрим, там нам смерть какую-то нам там 90, там, 54 дробь 4 делить на 2%. Лё. Ну и шо? Так, надо сразу здесь базу где-то расчехлить. Так, ну машину я уже вижу, где я сделаю, это хорошо. Какая-то музыка не особо приветливая. Тут зерги, что ли, обитают? Отправляемся в путь. Слишком медленно. Так, а ну-ка. Айн момент. Приветствую, путник. На панели наград в Кременнике доступны новые задания. Если нужны лекарства, подходим и берем. Чего? Кража жизни? А! Я понял. Аптечку. Не пожалеешь. Но очень много дает всего. Слушайте, он очень много скиллов накидывает. Я думаю, что можно взять. Подождите, а у меня что сейчас дает моя тема? Да, что имба просто какая-то. Когда есть мои машины со своими страшными иглами. 23 тысячи. Неплохо мы зашли. Нормально. Not bad. Лекарство на любой вкус. Пока можно, наверное, оставить. В принципе, его продадим. Вас ждет так. Вооруженный противник. Купите себе достойную пушку. Эй, ты что, не видишь мою пушку? Мне вообще не внушает доверие эта локация. От слов совсем. Я понял. Не-не-не, здесь, мне кажется, надо лучше на тачке передвигаться. Что мне прям совсем не внушает доверие она. Счастливчик, мой старый приятель. А под старым приятелем я подразумеваю сволочь, которая залезла к моей мамаше в портки. Кажется, у него какие-то проблемы. Ты уж попробуй ему помочь. Хочу, чтобы он остался в живых.
Потом я сам его прибью. Да. Вот это поворот. Что-то меня к этому жизнь вообще сейчас не готовила. Я так понял, здесь халява все закончилось, да? Можно и концы отдать прям вообще на изи. Ну нахрен. Умыкнули с тобой. Даже не пойму, это где это такой? Вот здесь подъем, да, получается? Ага. Я понял. Халява закончилась. Чё, поехали. А халява все, ребят. Халява это как бы и все. А, да? О боже. Поехали. Почему это место так сильно на арену похоже? А? Какие-то ворота интересные. Нет! Да ну на кого, блядь? Не надо! Что, блядь, гонишь, что ли? А, здравствуйте. Мне вообще он доверия не внушает. А чё он такой неадекватный-то, ёпта? Хорош, дядь, ты чё, тормози. Давай договоримся. 21 левел, ты чел, ты... Не надо. Не надо, пена. Не надо. Дядя. Ну его нахер. Я понял. Ёпта!
Уйди от меня. Да ну нахер! Чё так больно? Запускай Бэтмена. Мама. Ты чё, родной? А ты чё такой конченый-то? О, бля. Всё, я уже понял. Я уже понял, брат. Всё хорошо. Сука. Там сейчас прикладом больно. Блядь, не надо! Не понял как, но как-то заевейдился. Уйди, уйди нахер! Не! Ой, хорошо, вот это зашла. Нормально, нормально. Нет, все плохо. Да ему вообще насрать на все! Блядь. Ой. Ну вообще просто. О боже. Как его убивать? Да-да-да, абсолютно верно. Я полностью, блядь, с тобой согласен. Все, я понял как. Во время вот этой вот карусели надо его и долбить. Ну вообще, просто... Такой, чё, блядь? Пол хп. Уйди, блядь! Дурак неумный. Да хорош! Прекрати, говорю, душить! Я знал, что ты, но... Дядь, тебе, по-моему, пора это, ну... Ну ты понял, что тебе пора. Ой, ёпта. Не пора тебе там это, огоньком там плюнуть, еще чем-нибудь, нет? Нет такого у тебя желания? Да хорош! Ой-ой-ой, что-то взял. Что-то фиолетовый взял. Прекрати. Прекрати, говорю. Дурак неадекватный. На! О боже. Уйди. Во, 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 во. Хорошо. Так. Пан, блядь. Кстати, птичка на самом деле спасает очень хорошо. Знаете, почему спасает? Она с него выбивает разные грены и прочую херню. Уф.
Иди от меня. Дядь, не надо, а, пожалуйста. Да хорош. А, я понял. Добро пожаловать в помойку. Ну куда отвернулся-то? Одна зашла. Ему вообще просто он ну... Ему вообще просто на то, что я стреляю. Он такой, типа... А, да. Пацан. Ты, конечно, трай хороший, братан, но... Но не сегодня. Кстати, с дробы неплохо заходит. Дроба неплохая. Подожди. Не понял, что-то взял. Во-во-во-во-во. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо залетело. Слушайте, он откиснет сейчас, ребят. С дробы нормально залетает. У него башка защищена, а бочина, ну, типа так. Она нормально проходит. Наковыряли. Хорошее начало. Это тест, короче, ты понял? Сюда заходишь и сразу тебе игра говорит. Что, нормально? Нет, прокачан, братик. Ну-ка... Ну-ка, на, просто держи. Значит так, неожиданно. Неожиданно. Так. Нормально Орлик модификатор принес. Я думаю, на время я бы вот это вот закинул. Что-то там бешеное вообще принес. Гоните мне пешком идти до туда? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пешком я туда точно не пойду. Кстати, хорошо бы вот здесь вообще точку открыть. Я 20-й левел, ребят. Оружие Маливан шокирует сильнее, чем любые его конкуренты.
называться «Убойная сила». А если честно, что еще нам нужно? Мне кажется, или оружие меняется? Слоган SES. Технологии плюс большая емкость магазина равно моя победа. Слушай, так вот это вообще убийство будет, вот это. Это же вообще имба. 220 это скорострелка. Второй левел. Я бы пока подождал, ребят. За два левела мне насыпет. Я думаю, что еще хотите подсыпет. Выпустить как можно больше... Давай рванем! Влада, а теперь прокатимся с ветерком. Я думаю, что еще сыпанет, да. За два левела стопудово что-нибудь где-нибудь выбьем. Та-та. Вак в чай. Кстати, у меня же сразу еще одно задание было. Почему его сразу не сделать, да? За лаки. Я думаю, что это город. Тачку переверни, да хрен с ней. Переворачивать, да, можно машины. У меня ревик такой, что как бы, ну, с ним шутки вообще опасные. Это он вот здесь. Thank you.
Неплохо. Неплохо. Сейчас бы еще попадать начать. Ты охуела, дура. Так. Нормально, бодрые ребята. У меня кое-что есть для тебя. Нормально. Нормально, ребята. Прям хорошо вы. Хорошо вы тут устроились. Да и стволы тут падают. Такие, знаешь. Мама, не горюй. Ход довольно тяжело дался в локу. Тяжело, но чувствуется, по крайней мере. Я их чувствовать начал. Чего? Ни хрена себе. Что-то вообще прям лютое упало. Что-то прям очень жесткое упало. Неожиданно. Что происходит? А? Но мне это нравится. Такие здесь ребята тяжелые. Еще откуда-то выйдут так же.
Я даже говорить никак комментировать не буду это. Бодряковые ребята. Такие прям хорошие. По 100 бачей, кстати, с них уже наваливает. Здорово, отец. Сейчас подожди одну секунду. Хотя... Так, включение системы. Привет, это... Так, ну это наша база. Спасибо за помощь этому козлу. Чуть позже я до него доберусь. Слушай, хоть мне и неприятно это признавать, счастливчик знает этот район лучше всех. Воспользуйся его помощью, пока он еще жив. Как только у меня дойдут до него руки, я его прикончу. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Что-то здесь вообще какие-то вообще просто безумные вещи продаются. Максимально просто отбитые. Слишком долгая перезарядка, мне не подойдет этот щит. Владов, не обязательно быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Повреждение минус 58%, говно. Да, братцы. Это вы меня, конечно, удивили. Прям искренне удивили. Надо как-то выйти отсюда. Так понимаю, то же самое, да, дорогой? Подожди. Отсюда я откуда-то по ним поливал. Про тот, кстати, квест еще надо не забыть. Но мы туда вернемся. Понять бы, как туда попасть. Было бы здорово. Я, короче, понял, это, наверное, оттуда надо. Хрен с ним, ладно, ничего страшного.
стенку. Вы кто, пацаны? Я, кажется, понимаю, почему здесь такая смертность в этих пустошах. Ёп! Так, тихо. В принципе, пусть они с ними рамсятся. Отстань ты, ёпт. А дальше? Что-то веселые здесь пустоши, реально веселые. Здесь пешком передвигаться, как бы, ну, не особо приветствуется. Отсюда, кстати, как раз на тачке поедем. Ты будешь так кричать, когда мы тебя поджарим. Шутя. Весело у вас здесь? Не нравится. Да мне все нравится, все нормально. Что? Тем быстро перемещение по Пандоре теперь активно. Ой. Девочки, вы горите. Yeah.
реально весело. Максимально весело у вас, ребят. Я прям даже напрягся немного. Немного, конечно. Так. Слушайте, весело, весело, мне нравится здесь. Отправляемся в путь. Хватит уже по грязи топать. Пистолет Чапалахда называется. Так. Вы, парни, слабоватенько как-то. Ну, деньга здесь сыпется просто, как я не знаю, как из рога изобилия. Прям реально очень хорошо сыпется. Тачки имба. Тачки 100% имба. Здесь типа бункера, понял, нашего? Подожди, а где он? А, он так сидит на толчке. Хорош. Правильно. Что напрягаться-то? Так. Я бы, кстати, сходил бы и отдал одну вещь. Число целей увеличивает. Да, вот это топчик. Я бы вот это вот отдал, сходил. Еще какая-то снайперка хорошая даст. Привет, твой путник. Хай. На панели наград счастливчика доступны новые задания. Давай прокатимся. Так. Хорошо, когда прям в один прыжок, считай, мы доезжаем. Но напряжно. Вопросов нет, напряжно. Поднапрягли. Ты что, не видишь мою пушку? Поднапрягли, но не критично. Ну так, да, типа, что-то там вроде как мы почувствовали с вами, но... Ну такое, знаете. Что за пушку ты мне дал, ты мне лучше скажи. Такое. И у меня она, ребят, взрывная еще. Вы не смотрите на урон, у меня X3. Спасибо за донат. У меня же еще и X3, ребят, она дает. У меня пободрее она все равно. Она и левела маленького. Так, чё? Шутя, ёпта!
Блять. А-та-та. А-та-тушеньки-та-та. Так, ждем отхила тачки. Нормально, веселые ребята. Ой, хорошо. Серьезно? Специально сажает бандитов в бегунки, чтобы дать тебе возможность их повзрывать. Ах ты, сука. Да что ж такое, а? Зачем мне машина, когда я сам машина? О, так это из-за него тебе пришлось взорвать мои машины. Мне плевать на бандитов. Это были отличные машины. Бодро, бодро. Ну тут немножечко приходится, да, так, поднапрячься, такие фликаны тут полетели. Если бы баллистика, ребят, была, к которой я привык, вообще было бы просто, ну, вы знаете, что бы было. Ну ничего. Я нисколько не расстроен. Почему нет-то, ёпта? Давай вообще все соберем. Лока, кстати, маленькая. Лока небольшая. Здесь вообще прям постоянная напруга. Не понял квеста. Жуки, еще какая-то херня.
А, типа жуков, что ли, здесь поперебить? А-а-а! Ой, а жуки у нас электричество, да, не особо любят. Какая жалость. У меня тоже есть чем полетать, брат. Косой немножко пис, но ничего. Интересно, они здесь охраняют. Может, какое-нибудь гнездо? Что-то же они здесь дефают. Иди гуляйте. Зелененькая птичка выбила. Что, есть кто дома? Понял. Машинки стиральные. Почему-то мне их не засчитывают, да. Что-то не так делаю. Купите Атлант, и вы узнаете, каково это обладать силой богов. Ну, такое. На 400% круче. Кроме того, Торг производит оружие из нормальных материалов. Почему мне их не засчитывают, я не пойму. Может, типа вот здесь надо убивать? Да, походу дела, их надо на улице убивать. Слушайте, ну они же где угодно могут быть, правильно? Что, маленький, не маленький, вообще без разницы. А, так тут вообще. Вообще без разницы. И он сами под колеса прыгает. Самое быстрое — это их просто давить. Простой квест. Что они больше... Можно вообще не париться, не стрелять, просто катаешься, давишь этих молодых и все. И опыт фармишь. Вообще изи квест. Но
только надо аккуратнее, чтобы всякие, видишь, они взрываются, тоже есть которые. Да что-то хп-то подпросели. Это смешно не звучало. Все, еще несколько штучек буквально. Сейчас вот они и есть. Все, тормозите, ребят. Хорош. Я понял, что у вас тут клуб веселых и находчивых. Очень быстро под этой темой пролетаешь. Очень быстро, прям от квеста до квеста. Это круто. То есть прям вроде только там был, раз уже здесь. Здесь же мне все, да, наверное, рады будут. А, ну и все, и до свидания, чё. Давай по-честному повоюем. Машину-то не трогайте, демоны. Машину, говорю, не трогай. Весело. Реально весело у вас тут. Что, ну у ребят здесь два сундука стоит бодрых. Это такое. Ну такое. А трейд пойдет. Вот это очень дорогая вещь. А вот за это вот огромный респект. Так. Вот за это огромный респектулька. Так, здесь вычистили. Где у нас там еще цистерна-то? Можно было бы, кстати, с ними вообще, в принципе, не хлестаться.
Здесь можно гораздо быстрее все делать, но дроп очень-очень-очень жирный с них. Опыта немеренный, дроп прям сочный. Заодно СССР, но в принципе здесь брать-то особо нечего. Можно вот здесь посмотреть, но... А, тут шляпа, один сундук всего валяется. Вообще голяк у них. И то Патрики. Попробую снайперку новую. Давай, давай поставлю. Почему бы и нет. Эту выкидывать не буду, окей? Ребят, ну... ну... это ну совсем, она без этого, ребят, без оптики. С оптикой можно было бы, у нее шестизарядка она. С оптикой бы очень все хорошо пошло, но без оптики, ну такое... знаете, такое максимально. Не надо. Надо. Я уже понял, что меня здесь ждет. Да-да-да. Я понял, понял, пацаны. Мне 10 раз можете не повторять, я уже понял. Ну, все. Ухожу. В конце полюбасу будет какой-нибудь конкретный задрот на пауке. Стопудово. Не верю, что просто так вот, типа, просто они вылезают какие-то тараканчики. Долго он жил. Даже сверху. Я почему-то прям уверен, что сейчас здесь какая-нибудь лажа будет. Не дадут просто так. Хотя не похоже на место, знаешь, какой-то подставы лютой. Давай попробуем. Кайн момент. Додумаемся. Решили прям заморочить, да, здесь? Я, по-моему, параллельно еще какие-то части, да, от револьвера собрал. Давай сразу его дособираем, оно где-то все здесь валяется. Ага. Понял.
Причем, заметьте, и в той локации было, да, похожее задание, что-то типа с ревиком, ревик какой-то собрать. И в этой тоже очень похожее задание. Прям максимально. Где ж тебя, роднуль, так приныкали-то, а? Кто-нибудь видит? Может, где-нибудь на отшибе, типа? Может быть, конечно, такое, но... Да ну нахер. Ну не верю. Погодите. Может, я слепошарый, но скорее всего. Выше отсюда не прыгнуть. Вы видите? Висит что-то, где? Ёпта, где это последняя часть-то от этого, от ствола? Я его в упор не вижу. Шарит, ребят, кто? Её и внизу нет. Она как-нибудь сбоку лежит. На углу вот этой херни. Блять, ну я только оттуда. Нет, на земле точно нет. Она тем более еще и помечается. На уголочке. Ну, на крыше мы тоже видели. Блять. Вот это прикол. Вообще ни под каким углом не вижу. Да нет, ну это херня. Я стою прямо на этом месте. Прям вот, блять.
Не могу вкурить. Ствол револьвера. Там я все обыскал. Это уже зона минус. Внутри херни были. Здесь были, тут были, там были. Эта шляпа не падает. Здесь везде каждый угол пролезли, да, с тобой? Вообще не вкурю. Внизу нет. По веревке, на которой черепа. Да нет, шляпа это. Нормально они приныкали. Без пол-литра не разберешься. Совсем что ли дурачок? Что-то чем дальше, тем все интереснее и интереснее. Крылышко лютое, конечно, у нас. Крылышко, блядь. Такое крылышко, мама, не горюй. Хм. Прикольно оно называет. Крылышко говорит вперед. Так мило. А, так тут два в одном. Да?
Ну ты подожди, я только пришел. Нормально встретили. Прям со входа. Вообще продыху эта лока не дает. Вообще. Не пожалеешь. Каких только названий нет. Без прицела вообще даже без вариантов. Чего только нет, пацаны. Если приходится делать больше... Подожди, а какой я левел? 21-й. Обидно. Значит, у вас в руках явно не Джейкобс. Чуть бы, кстати, если... Блять, хотя... Что брать? По берегу бабки могут пригодиться. Найти стихийный артефакт, но мне его явно просто так никто отдавать не будет. Этот пистон все равно в основном чисто... Естественно. Ну конечно. Ну конечно. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. О боже, блять. А, это духи, да? Ну да, ну да, пошел я нахер. Ты кто, сынок? Кто ты такой, бля, воин? Да ну нахуй, ты че, гонишь, что ли? Хорош! Ну не души, ёпта, киберспортсмены, как вас бить? Чем вас вообще бить-то хоть? Хоть дай знак! Да ну нахер! Ты чё, родной? Эва, чё ты боишься, да? Пацанок. Блядь. Как мне, сука, вас бить-то? Ему вообще похер просто. Блять, как вас тараканить-то? Ой, как хорошо! Ха-ха-ха! Сука! Убил я твоего сынка. Ты туда же улетишь, в помойку. Я надеюсь, вас там всего двое было. Это просто какой-то бешеные духи, реально.
очень лютые типаны. Это, наверное, самые лютые, которые мне вообще, в принципе, встречались. Я очень надеюсь, что больше там не будет никого. Ни их друзей, ни их подруг, никого. Блять, издеваетесь, что ли? Обалдеть. Но ничего, ничего, против. Против разрывных мало кто устоит. Будь ты дух, не дух. Сука, что ж там за артефакт-то за такой бешеный? Что ж там за артефакт? Шутя. Даже оглядываться просто боюсь. Только одно желание, просто свалить отсюда подальше. Нормальные ракетки. Такой прям. Улучшение, умение. Еще кровокрыло улучшите. Нормально. Я так понимаю, это какой-то босс, да? Точно, босс. Понял. Спасибо. Орк сочетает в одном оружии высокую убойную силу, скорострельность и амортизацию отдачи. Блять, глаз задергался. А ну-ка, братцы, 25-й, я подожду. Я подожду. Просто лего заролилось. Кто-то скажет, что подкручено, но... Точно мне не надо. Ох, сейчас на 20. Я подожду, я говорю, я человек такой не гордый. Я подожду. А вот когда мы дождемся. Кстати, знаете что? Я так понимаю, один, да, только остался. А, уже серия, да? Час 26. Серия длинная у нас получилась. Ну, ничего. Очень длинные лютые серии. С нетерпением жду следующую. Так что ставь лайк, подписывайся, если понравилось. Напруга держится в этой локации. Вообще бешеная. Все, ссылочку на плейлист оставлю внизу в описании. Поехали дальше.